Мы уже снимали много роликов по поводу 3-литрового бензина, либо 5-литрового бензинового двигателя, и предупреждали о том, что они очень боятся перегрева. Так вот, мы сейчас поговорим немножко о другой истории, она будет полезна многим владельцам, и в частности, например, Jaguar F-Pace. Сейчас за моей спиной, и у него установлен 3-литровый бензиновый двигатель. Так вот, расскажем про проблему. Проблема заключается в следующем, что клиент сообщает, что у него прямо из расширительного бачка течет антифриз. На самом деле до этого был перегрев. Перегрев касался того, что рвало патрубки. Но проблема не в этом. Проблема сейчас заключается в том, а как решить вопрос, почему у нас уходит антифриз через верхнюю крышку. Поменяли новую, она все равно уходит. И оказывается, не то, что мы это придумали, а уже издан технический бюллетень компании Jaguar Land Rover. Суть этого бюллетеня гласит о том, что из-за повышенной температуры происходит деформация самой горловины. И замерить это можно даже при помощи обыкновенного штангенциркуля. Но мы банально замеряем диаметр с одной стороны, диаметр с другой стороны, сравниваем. Но даже здесь, при визуальном осмотре, я вижу, что получается, вот я визуально углядываю, что яйцевидной формы, вот горловина расширительного бачка. И таким образом бюллетень подтверждает, что все-таки данный факт замечен не только нами, но и по всему миру, аналогично с такими же моделями. Именно поэтому выпущен технический бюллетень. И выход из этой ситуации – заменить весь расширительный бачок в сборе. Уважаемые владельцы, если у вас такое случилось, и автомобиль не гарантийный, то, соответственно, не изобретайте велосипед, а ничего лучше здесь не придумаешь, как заменить весь бачок в сборе, тогда крышка будет накручиваться. В противном случае у вас ничего не получится. А вот уже разбираться с причинами, почему это произошло, почему происходил перегрев, это уже отдельная история. И об этом мы будем рассказывать в следующих своих роликах. Стараемся быть полезными для всех владельцев не только Land Rover, но и марки Jaguar.